проснулся? Молодец. А у тебя проснулся уже? Мы пойдем на качельку сейчас. Тише, нет, он еще спит. Только-только уложила в коляске. Ладно, спите как хотите, мы тогда покачаемся пока. Ой, а ты знаешь? Кажется, проснулся. Пойдем на качельку, вместе веселее качаться. Пойдем, я посажу тебя на качельку. Венсдей, ну сколько ты будешь спать? Просыпайся, уже обед. Ну, мама, ну каникулы же. И что, что каникулы? Ты хочешь все каникулы проспать, что ли? Давай, сходи погуляй с девочками. Ну, мам. Ладно, сейчас им позвоню, но если они дома спят, то я тоже буду спать. Я уверена, что они гуляют на свежем воздухе. Чего тебе желаю? Ага, гуляют они. Алло, девочки, привет. Где? На площадке? Ну, что вы там делаете? Играете? А можно я к вам приду? Ага, давайте все, скоро буду. Ну вот, я же говорила. Иди прогуляйся. Свежий воздух очень полезен. Свежий воздух очень полезен. Ай, спать на мягкой кровати, вот что полезно. Что там девочки, интересно, на этой площадке делают? На качелях, что ли, целый день качаются? О, привет, ух ты! А это у вас кто? Вас что, с сестренками или с братиками отправили гулять сюда? Эх, а я пришла, думала, вы играете во что-то тут. Нет, ты что? Это реборны, пупсы такие. Да? То есть хотите сказать, это не настоящие малыши? Нет, конечно, они силиконовые. А так издалека вообще не подумаешь. Ага, они как настоящие. Слушай, Венсдей, раз уж ты пришла, присмотри за малышами. У нас есть свидетельство о рождении, мы хотим их заполнить и придумать имена нашим реборнам. Присмотреть? Свидетельство о рождении? О, здорово. Ну ладно, давайте, только недолго. Так, нужно придумать какое-нибудь классное имя. Девочки, девочки, а где вы взяли таких реборнов? Я бы тоже хотела. Венсдей, так у нас в магазине. Недавно только привезли. А, да? Отлично. Сегодня вечером тогда зайду посмотрю. Никак не могу придумать имя. Венсдей, принеси, пожалуйста, моего малыша. Вот сюда. Я буду на него смотреть и придумывать имя. Окей, а твой-то какой? Мой, который в памперсе. И у него в комплекте вот такой шезлонг был. Ух ты! Даже с аксессуарами. Здорово. А книжечка? Что за книжка такая? Можешь посмотреть, почитать. Там всякие истории на ночь. Ух ты, интересненько. Я почитаю? Да-да, читай, конечно. Так, она похожа у меня на Беллу. Или нет? Может, Маргарита? А у меня, может, вообще мальчик, а не девочка? А ты сейчас зачем вообще это сказала? Если раньше я думала, как назвать девочку, то теперь еще думать, девочка это или мальчик. А потом уже думать, как назвать. Я не хотела, я не специально. Так, я думаю, у меня будет мальчик. И звать его будут Сэм. По-моему, Сэму пора в колясочку. Интересная история. А давай у тебя будет девочка. И ты назовешь ее, например, Алена. Не, Алена мне не нравится имя. И может не девочка, а тоже мальчика сделать. А чего тебе не нравится? Девочка же нормально. А имя Алена вообще классное. Я бы так и назвала. А я не хочу так называть. Это же мой реборн. Вот купи себе своего и называй как хочешь. Так ладно, я просто предложила. Если не хочешь, называй своим именем, конечно, пожалуйста. Ладно, девочки, пока, я пошла. Что мне с ними делать? Они тут в этих реборнов играют. А мне смотреть, как они это делают? Я говорила же маме, лучше поспать. Здравствуйте, приехали. Ты же гулять ушла. Ну, ушла и пришла. Девочки там на площадке играют в каких-то реборнов. А у меня нет, поэтому мне с ними неинтересно. Реборнов? А кто это или что это, стесняюсь спросить? А, да это пупсы такие. Представляешь, они очень-очень похожи на настоящих. Маленькие такие, силиконовые. А у них еще аксессуары разные есть. У кого-то коляска попадается, у кого-то шезлонг, а у кого-то вообще пеленальный столик может попасться. А, типа в дочке матери играют, что ли? Ну да, мам, что-то типа такого. Там еще свидетельство о рождении у них есть, можно имена придумывать. Интересно. А, давай тебе тоже купим, и тогда ты будешь с девочками. Купишь мне реборна? Мам, это точно? Если ты будешь с ним гулять, играть с девочками, дышать свежим воздухом, да хоть три реборна. Пойдем скорее, они есть у нас в магазине или нужно на заказ? Ух ты, здорово, мам! В магазине они сказали, что покупали. Хоть бы еще остались. Хоть бы были, пока мама согласна мне его купить. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, у вас есть реборны? Реборны? А, никогда не слышала о таком. Ну, здравствуйте, приехали. А может, они называются как-то по-другому? Что тебе девочки сказали? Они сказали, что это силиконовые реборны, пупсы такие, с аксессуарами.
А, пупсы с аксессуарами у нас есть. Только, правда, один шарик остался. Вон там, в самом дальнем углу. Мам, побежали скорее. My mini baby. Вот-вот-вот, точно такие, ага. Крошки на ладошке. Ну вот и отлично. Скажите, пожалуйста, сколько они стоят? 1100 за шарик. Ой, как дорого. Ладно, мы подумаем тогда. Мама, ты обещала. Ну, я как бы сказала, но я не представляла, что они столько стоят. Ну ладно, пойду спать домой тогда. Ладно, Вензей, хорошо, я тебе его куплю. Точно? Спасибо, мам. Прямо сейчас побегу к девочкам на площадку, будем с ними распаковывать. Так хочется узнать, какой пупсик мне попадется. Хоть бы какой-нибудь такой, не такой, который у девочек. А, то есть они еще и разные бывают? Ага, вот бы мне с пеленальным столиком попался. Ладно, пойдем на кассу. Так-то Алена неплохое имя. Правильно Вензей сказала. Так ее и назову. Девочки, вы еще играете? О, Вензей, да, только мы домой уже собираемся. А может, поможете мне открыть? О, ты тоже купила такого пупса? Отлично, Вензей, мы тебя принимаем в свои ряды. Давай скорее распакуем и посмотрим, кто тебе попадется. Кстати, свою малышку я назвала Аленкой. Извини, если я была немножко грубая. Да не, все нормально, я не обиделась. Так, малыши, у вас прибавление будет. Сидите тихо, а мы сейчас распакуем. Вензей, давай скорее. Та-дам! Кто там? Я так понимаю, у нас двойняшки. Ух ты, точно, шезлонг и книжечка, как у меня. Будут сестренки, значит. Точно. Помоги мне, пожалуйста, собрать этот конструктор. У тебя уже опыт есть, ты знаешь как. А я пока распакую малышку. Только посмотри, как они похожи. Ага, только у тебя щечки порозовее. Ну да. Сейчас я надену ей памперс, а я как раз дособираю шезлонг. Моя малышка готова. Как у тебя дела с шезлонгом? Все отлично, неси сюда. Ой, смотри, а у меня весельки вот такие, а у тебя уже вот такие. Отличается немного. Ой, и точно. А ты уже подумала, как назовешь свою малышку? Нет, девочки, помогайте. Так, значит, у нас Сэм, Аленка и... А давайте будет Ника, ну или Вероника. О, отлично, Сэм, Аленка и Ника. Так и запишем. Ой, девочки, присмотрите, пожалуйста, что-то мама звонит. Алло, мам. Да мы с девочками играем. Да не темно еще. Не, я пока не пойду домой. Да, давай. Ничего, потом разогрею. Ага. Попался кто? Домой приду, тебе покажу. Ага. То есть дома не вытащишь, то домой не затащишь. Отлично, пусть гуляют девочки. А вы, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал Дринелка и смотрите новые, самые интересные серии. Пока-пока.